Привет, друзья! Сегодня вместе с вами будем готовить шикарное овощное рагу с фасолью. Рецепт простой, очень полезный, вкусный и сытный. Оставайтесь со мной, вместе с вами будем готовить. Для этого блюда нам нужно заранее варить фасоль. Посмотрите, друзья. Я замочила 3 часа в холодной воде, а потом вот ставила на плиту. Буду варить до готовности. Пусть варится. А я покажу, что буду делать дальше. Фасоль уже варила. Здесь у меня 500 граммов в вареном виде. А если возьмите сушеный, тогда 250 граммов. Когда я варила, друзья, фасоль был полуготовый, я уже добавляла соли. Соль добавляйте по вкусу. Нам нужно еще много овощей. Здесь у меня цукиния, где-то 600 граммов. Один вот такой крупный острый перец. 3 помидорчика хороших, 1 лук репчатый, маленький морковь. Здесь у меня кинза, базилик и 2 зубчика чеснока. Начинаем готовить. А какие приправы я буду добавлять, все я вам покажу. Для начала обжариваем лук. Нам нужно 2-3 столовые ложки растительное масло. Нам нужно лук обжаривать до прозрачности. Я нарезала лук большими кусочками. Если вам не нравится, можете нарезать мелко. Лук стал чуть-чуть прозрачным. Добавляем морковь и цукини. Морковь я нарезала соломками, а цукини вот такими кусочками. Можно и кубиками. От этого вкус не меняется. Обжариваем вместе без крышки, друзья, 5-7 минут на среднем огне. Обжарила где-то 7 минут. Добавляем сюда помидоры. Помидор я нарезала вот средними кубиками. Надо сразу посолить. Добавляем соль. 1 чайная ложка. Соль добавляйте по вкусу. Все это хорошо перемешиваем. И закрываем крышку. Теперь будем тушить, друзья. Под закрытой крышкой будем тушить где-то 3-4 минуты. Как бы сначала слегка обжарили цукини, да? Теперь, когда добавляем помидоры, надо тушить. Закрываем крышку, пусть тушится. Помидоры пустили сок, друзья, посмотрите. Теперь пора приправить. Добавляем черный перец. Все добавляйте по вкусу, именно соль и перец. Добавляем хмель сунели, пол чайную ложку добавляю, и паприка, 1 чайная ложка полная. Все, закрываем крышку, тушим еще буквально 1-2 минуты, чтобы все ароматы открылись. Тушила еще буквально 2 минуты. Теперь добавляем фасоль. Опять всю эту вкусноту перемешиваем. Вы не представляете, какой аромат, какой запах, друзья. Простая и очень вкусное блюдо получается летное. В самом конце добавляем, друзья, острый перец. Вот я сделала вот такие надрезы, потому что у меня перец очень острый, чтобы дети тоже кушали. А так, если любите острые, нам надо, чтобы чуть-чуть была пикантная. Если прям любите острые, можно вот нарезать кусочками, друзья. Все, закрываем крышку. Тушим буквально опять 3-4 минуты все вместе. Зелень мелко уже нарезала. Теперь раздавливаю 2 зубчика чеснока.
Все это хорошо буду перемешивать, чтобы в конце добавлять к нашему блюду. Осталось в самом конце добавлять зелень. Добавляем зелень и выключаем плиту. Шикарная овощная рагу и фасоль у меня уже готова. Очень ароматное, вкусное и простое блюдо. Даем еще простоять. Вот, выключаю плиту. Закрываю крышку. Пусть простоит хотя бы 5-10 минут. А потом вместе с вами будем пробовать. Посмотрите, как аппетитно выглядит овощное рагу с фасолью. Очень простая, вкусное, ароматное блюдо. И сытное, кстати. И сытное, да, точно. Попробуем? Давай пробовать уже. Давай попробуй. Я покажу, какая аппетитная, друзья. Я тоже попробую. Друзья, мы обожаем просто вот овощи. Посмотрите. Блюдо сочное и невероятно вкусное. У нас каждый день на столе овощное блюдо. Перчик такой пикантный, да, такая остренькая. Просто супер. Супер. Чуть-чуть остренькая. Очень вкусная, друзья. Очень вкусно. Попробуйте обязательно. Еще хочу сказать, друзья, смотрите, не обязательно, чтобы была цукиния, да? Можно готовить из кабачков. Я думаю, они одинаковые вкусы, да? Просто у них цвет разные. Да. Посмотрите. Это невероятно вкусно. Обязательно готовьте, попробуйте. А потом пишите ваши отзывы. Мне очень приятно, когда вам нравятся мои вкусные и простые рецепты. У меня на канале очень много вкусных овощных рецептов. Кому интересно, заходите, посмотрите, готовьте и кушайте на здоровье. Оторваться не могу. Спасибо за лайки, за подписки и добрые комментарии. Всем пока-пока. До новых вкусных роликов. До свидания, друзья. Будьте здоровы.